480 подростков в Саратовской области за 9 месяцев 2015 года задержаны за совершение преступлений. Среди них трое несовершеннолетних подозреваются в убийствах. В этом году выросла статистика и по преступлениям, совершенным против подростков. Их зарегистрировано более 800, что на 117 больше, чем в 2014. Проблемы криминальной активности несовершеннолетних обсудили общественники на заседании комиссии по безопасности. По мнению собравшихся, сейчас в стране нет институтов воспитания детей, а школы с подростками не справляются. Пример, по словам общественников, нужно брать с советских времен. В школах, допустим, на протяжении всех занятий, которые шли до 10 класса, классным руководителям и учителям помогала, допустим, пионерская организация, организация «Октябрят», организация «Комсомол». Совместными усилиями школа, привлекались родители, и совместными усилиями как-то получалось достаточно неплохо. То сейчас, к сожалению, эти институты по объективным, субъективным причинам в нашей стране отсутствуют. Вот. И школа, как мы видим, не всегда справляется с теми задачами, которые на нее возложены. По словам общественников, некоторые школы региона уже заключили соглашение с тремя вузами по созданию молодежных движений при организации «Офицеры России».